И главное сейчас, конечно, вопрос безопасности вблизи водных объектов, потому что вместе с началом сезона отдыха горячая пора стартует и у спасателей МЧС. На сегодня уже зафиксировано 9 происшествий на воде, 6 погибших. Сотрудники МЧС призывают горожан не купаться на территории несанкционированных пляжей. Всего же в списке официально открытых сейчас 9 пляжей области, в том числе 2 на территории оздоровительных лагерей. На завтра запланировано к открытию еще 4 пляжа. Один пляж в детском оздоровительном санатории «Урал», яхт-клуб «Урал». И 2 пляжа – это парк-отель «Неженка» и новый муниципальный пляж на территории города Оренбурга в районе Красной площади. Но даже купание на территории официального пляжа не панацея от ЧП, предупреждают спасатели. В очередной раз призывают оренбуржцев быть максимально бдительными и осторожными, особенно находясь на отдыхе с детьми.